В фойе Дворца культуры «Спартак» развернулась выставка работ учеников талантливого и преуспевающего художника-постилиста Шамиля Закаряева, которая носит символическое название «Зимняя сказка». Всего на обозрение жителям и гостям города представлено около 30 картин. Каждая из них вбирает в себя фантазии и представления предстоящего праздника юных живописцев. Я представляю просто такую зиму, и там на деревьях маленькие снегири. Там есть домик коричневый, и вот на деревьях растут калина. Маленькие художники повествуют и передают в картине, как должен проходить Новый год. Яркие краски на полотне – подтверждение эмоциональной радости и предвкушение исполнения самых заветных желаний. Там животные, дети, они ждут новогоднего настроения, ждут подарков, чтобы Дед Мороз им принес. И они радуются Новому году. Для меня это праздник, который можно повеселиться, узнать еще много нового и встретить Деда Мороза и Снегурочку, много подарков. По словам самого наставника Шамиля Закаряева, в планах еще очень много творческих идей, а именно развить живопись в городе на должном уровне и помочь юным дарованиям раскрыть свой потенциал в полной мере. Думаю, летом еще одну большую выставку устроить специально. Группу взрослых собрали, вот их работа. Сейчас я не знаю, просто сейчас в городе я вообще не встречаю так, людей, которые бы вообще продвигали бы живопись, это все. Как бы мне сейчас кажется, что один тут. Но сейчас ученики, которые вместе со мной сейчас как бы продвигать будем тему, показывая у меня свои, короче, авторские методы. Вот. И по этим методикам мы занимаемся тоже. Будни студии живописи проходят интересно и разнообразно. На каждый урок подбираются яркие темы, где свой художественный талант могут развить не только дети, но и взрослые. Желающие поучиться этому прекрасному виду искусства немало. Ряды любителей порисовать регулярно пополняются. Я с детства люблю рисовать. Ну и вот решила попробовать, что получится. Мне нравится сюда ходить, я отдыхаю здесь. Люблю в основном брать что-то сложное. И сейчас тоже, правда, я не успела на выставку, не успела дорисовать. Я рисую в данный момент две картины постелью, но не успела, к сожалению, показать вам их. Очень красиво получается, тоже я довольна. Положительные отзывы о художественных мастер-классах звучат не только со стороны детей, но и родителей. По словам Гульнары Мусаевой, для дочери Алины рисование стало любимым увлечением. Ребенок всегда пребывает в хорошем настроении. Девочка каждый день дома рисует. Занятие получилось у нее свободное, хобби. Она с радостью ходит на эти занятия. Она вот, когда начинается у нас занятие, у нее с утра ходит она на занятия эти художественные. Она с радостью просыпается с утра, все берет, все готовое. И прибегают сюда рисовать. Желающие научиться рисовать могут прийти на студию живописи Шамиля Закаряева. Проводится набор в группы, младшую в возрасте от 8 до 16 и во взрослую от 16 и выше. Студия живописи функционирует на базе Дворца культуры «Спартак». Бика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».